Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Иванове состоялся освящение Успенского кафедрального собора. Теперь главный храм города будет располагаться на улице Смирнова. Восстановительные работы здесь шли с 2007 года. До этого кафедральный собор находился на улице Колотилова. В новом храме места гораздо больше. И в крупные православные праздники он сможет принять всех желающих. На первую божественную литургию пришли десятки человек.